This is really intense. Attack on Russian traffic police in Voronezh. It seems that the Russians don't have a problem only with army procedures. You see the other cars, no one is trying to help their colleagues. Блять, ну под жопа, ну под... Блять, он бы въебал бы нам. Въебал? Конечно, он бы въебал. Russian Volkssturm has been activated. Missing eyes and tuberculosis are no reasons for being refused. Уроженец города Жданово Донецкой области, находясь в СИЗО с 20-20 года, на протяжении 2,5 лет разваливался в том, что меня умышленно обвиняет в незаконном преступлении. А в сентябре месяце 22 года вызвал меня оперативник, предложил такой вариант. Идешь служить на 6 месяцев, и мы тебя реабилитируем. Или же получаешь свои 10-15 лет и поедешь в колонию. Соответственно, я согласился. Но в связи с тем, что у меня нет здоровья, я говорю, какой из меня вояка? Он смотрит, у меня один глаз левый. Я переболел туберкулезом, ноги у меня больные. Он говорит, мне нужно количество людей, чтобы было. Короче, пойдешь на подсобные работы. В итоге с тюрьмы забрали 160 человек полностью. Это там 9-я рота была, 11-й полк, 100-й полк, бригада Сомали. Вот их пополняли знамя. This is funny and sad at the same time. Fur coats given to wives of dead soldiers from Russian so-called Donetsk People Republic and Luhansk People Republic. Here they are thanking for the coats on video. It's moments like these that make us feel like we are one family, they are told. Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам. Спасибо большое. За то, что они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, на Донбасс. Да, не каждый, наверное, думал, что такая возможность. Спасибо большое. Да, это помощь. Все, это от русского актива нашей столицы. Вот, не забывают, хоть они там, как говорится, наш тыл. Вот, помогают все в эти 9 лет нам. И спасибо им огромное. Спасибо. Да. Спасибо. Вот такие моменты ощущаю, что мы одна семья. These are evidently leopards on the way to Ukraine and Spain. It seems there are also M113 armored personnel carriers and some infantry fighting vehicles. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week. It's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.